Да, помним. У нас мы еще здесь тренируемся в Мусоне. У нас будет проходить сбор. Мы будем кушать блины и пить сок. Да, тоже отмечать масленицу. Может быть, какой-то необычный рецепт есть блинов? Рецепт, да, самые простые. В принципе, главное, чтобы на молочке или на кефирчике, чтобы они были мягенькие, воздушные, вкусненькие. В принципе, и все. Да, пеку блины. К сожалению, сейчас развесной нет муки, а только в пачках, в упаковках, которые получаются намного дороже. Нет, к сожалению, сейчас не до масленицы. Я слишком габаритная уже для блинов. Блины, да, конечно, блины. Ну вот, недавно с женой, то есть жена пожарила с утра. Мы, кстати, как бы и пост держу тоже, как бы, обязательно. Нет, не пеку. Мама и бабушка обычно пекут. Вот, но блины я люблю, да. Ой, нет, не помню. Нет, забыла. Не печем будем. Будем печь, конечно. Да, пеку, и мама моя печет. Может быть, какой-то необычный рецепт есть блинов или начинки? Ну, нет, к сожалению, нету. Ну, просто вот любим со сгущенкой или с медом обычно. Конечно, помним. Печем. Может быть, какой-то необычный рецепт теста или начинки есть? Ну, мы к маме ходим, она печет. Конечно, конечно. На работе тоже печем. С праздником!